На календаре 19 февраля у нас вышло новое обновление в магазине Fallout 76, и это рубрика для ленивых, тех, кто уже не играет в 76 Fallout, но кто хочет посмотреть, что же там вышло, для того, чтобы зайти, получить предмет и ждать обновления Westlanders. С вами Хотик и Сократ, погнали! Ну, значит, Fallout First у нас ничего нету. В одежде у нас костюм выживальщика со скидкой. Вот такое зелененькое платье для женских персонажей, для мужских оно, в принципе, тоже зайдет. Как если на любителя, так сказать. Дальше по улучшению ковбойская шляпа сроком на 20 часов. В принципе, из одежды у нас на этом, походу, все. Да, у нас все, больше в одежде ничего нет. В обликах, значит, вот такой зимний камуфляж-раскраска. Розовый еще остался. Из оружия камуфляжа у нас на данный момент вроде как отсутствует. Да, остался рюкзак с купидончиком. Значит, в кампе розовый ящик так и остался. Вот такая бело-красная плитка. Она уже была, ничего особенного. Из присутствующих дальше... О, есть набор адепта Малерота. Здесь самое прикольное, это вот пусковой вот этот дым. Дальше кровати, двери... Всякие-всякие штуки, украшения на стену, столы. Интересно, вот эта пусковая установка с дымом. Набор на Хэллоуин украшения, значит, на стену и чучело. Дальше танк, железная статуя, которая выстреливает в небо. Это как у Братства Стали такой же. Ну, очень прикольно я, кстати, взял. Аутентичненько смотрится. Далее у нас обои, ничего интересного. Стили, в стилях у нас опять ничего. Стилях, соответственно. Фоторежим. В фоторежиме у нас позы, рамки, все то же самое. В эмоциях абсолютно то же самое. Скидка на компас 50 атомов. В значках у нас вообще ничего интересненького, никаких новых добавлений. И в служебном секторе 40 ремонтных наборов за 1000 атомов. В принципе, вообще ничего интересного. Одно бесплатное зеленое платье, можете в принципе не заходить, только если у вас нет набора Малерота с этим дымом, потому что дым реально очень крутой, я его советую. И статую с танком тоже, если у кого нет, можете взять. Ну, а на этом у нас все. С вами была Готика. Сократ, пока!